Для детей каникулы, а у взрослых горячая пора. В Люберцах полным ходом идет ремонт образовательных учреждений, в том числе и музыкальных школ. В дополнительном корпусе детской школы искусств номер 1, а с 1959 года по 98 единственном помещении на улице Кирова, 49, крепят потолочные панели, красят стены, стелют линолеум. Уже поменяли старые окна на современные стеклопакеты, установили двери учебных классов. На обновление из муниципального бюджета выделено 1 миллион 137 тысяч рублей. Полностью ремонтные работы завершатся к 1 сентября. Я думаю, что эти темы должны находиться всегда в поле зрения и администрации, и управления образованием, управлением культуры, потому что это база, это основа, это дает развитие молодым людям, которые в перспективе все будут по жизни шагать вот с этим багажом, который не тянет, но который обогащает. Напомню, что в детской школе искусств номер 1 по музыкальным и художественным направлениям обучаются более 500 детей.